Кыргызстан нацелен на глобальное развитие рыбных хозяйств в стране. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что мелкие рыболовства, рыбоводы и работники рыбного хозяйства обладают огромным потенциалом для содействия трансформационным изменениям в том, как производится, перерабатывается и распределяется рыба и морепродукты, что положительно сказывается на всей глобальной продовольственной системе. Мы признательны и благодарны международным партнерам за поддержку и содействие в развитии рыбной отрасли нашей страны. Мелкие крестьянские хозяйства, фермеры, рыбоводы строят пруды, бассейны и разводят рыб, тем самым внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности, сохранение естественной ихтиофауны наших водоемов, рост экспорта рыбной продукции, создание новых рабочих мест, развитие цепочки добавленной стоимости и создание кластеров, отметил глава Минсельхоза.